центре сюжета – реальная история жизни и быта молодой семьи Виктора Толкачева на полярной станции Колгуев-Северный в начале 70-х годов. Каждая глава художественного романа носит название «Облаков». И это не случайно. Наша жизнь с небом с помощью облаков. Они постоянно менялись. Мы знали вот облака кумулюса, например, облака хорошей погоды. Значит, и здесь обстановка, жизнь будет в эти дни хороша. И когда мы видим, что надвигается фронт грозовой, все в тревоге было. По словам автора, для молодых радистов это было сложное, драматическое, но счастливое время. Не случайно местом презентации книги была выбрана экспозиция «Территория смелых», действующая в Морском музее. Реконструкция полярной станции тех лет в деталях отображает многие зарисовки из книги.